Хей, йога, и с вами Шмыки, и мы продолжаем пройти эту игру под названием Апатион. Так, мы победили Гермеса, как, я не помню сейчас, подождите-ка. Аполлона мы победили. И теперь мы отправляемся к Аиду. Ух ты ж, ё, где он находится, ну ладно, сейчас пробежим. Только она осталась у нас. Подожди, а как мне туда попал? Ух ты ж, ё, подожди, а я туда не мог, да, зайти раньше? Так, ну здесь, в принципе, можно никого не трогать, потому что я уже все ограбил, что мог. И кого мог. Как-то уже нападать на одних и тех же, и ничего из этого не получая, не хочется. Так, мне вниз надо. В канализация. А мы спускались в канализацию, да? Да, я здесь уже был. Мы это ж уже все даже ограбляли. Так сказать, все почистую делали. Так, куда мне там бежать? Подожди. Надо вспомнить еще дорогу. Мне нужно, наверное, было в этот магазин зайти потренироваться и немного прокачаться. Манать, куда мне идти? Сложность этой локации, что здесь сильно темно. Понимаю. Вот это сейчас будет прикольно. Потому что здесь сраные волки. Вот почему я сюда тогда, кажется, не спускался, да? По этой же причине. Каждый раз тихо. Ау. Ауч. Больно. И главное то, что я иду, и я ни хера не вижу. О, жители. Я смотрю, вас еще не сожрали. А, не буду трогать их не расходники. Так, а чё ты этот использовал? Подожди. Сколько вообще у меня урона наносит орудие? Вот та дубинка сколько наносит? 50. Это самое мощное, да, у меня оружие ведь? 9.40. Это на втором месте. 43 место.
Ну да. Ну давай тогда копья использовать. У меня не так много вариантов. Понимаю. Возвращаемся. Опять. Опа. Ксиос героем. Кинжал щит. Вообще-то мне говорят, там не прикольный, слушайте, щит. А чё я не могу прочесть? Или мне его уже давали? Не, мне его давали или нет? Я смотрю, у меня микрофон. А я игру-то не сохранял. Я игру не сохранял. ГГ. F5. Что делать? Что нам делать? О, все, тю. Ты вообще не понял, что за херня была. Так. Шедевральный щит, украшенный кинжалом для сильных ударов щитом. Ну, у нас диск тоже неплохой, поэтому... Да. На всякий случай. Просто я смотрю, у меня микрофон дергается, просто не знаю, у меня нормально с ним все или нет. Мне просто нужно идти, куда идут людишки. Типа они, походу, мертвые. Боже, вот они. Вот, на воде. Щенок двухвеленный, и там меж тропов Харон призрачный. На весь налегаю, зовет, что медлишь, кричит. Торопись, тебе только ждем мы, скорее. Типа это уже мертвецы к нему идут. Кто это тот? Живой? Если хочешь перестечь стик, заплати старику Харону. Единожды переплыв, не жди, что вернешься обратно. Не мне судить, я просто переплавляю тебя на другой берег. Окей. Ужасные вещи творятся наверху. Покойники стекают сюда, словно вода в реку. Мало у кого есть деньги, чтобы заплатить за переправу. Всем остальным осталось лишь ждать. Прикольно. Мы с вами отправляемся в ад. Редко нога живого ступала на паром Харона, хотя все стремились снискать расположение хозяина в смерти. Полагает, ты такой же? Владыка царства мертвых с радостью примет любого живого или мертвого, но сперва тебе придется достигнуть ворот его дома. Река Стикс не треплющая ошибок. Ты должен благодарить меня за переправу. Лето, полное вечно дремлющего забвения. А Херон, полное скорби по потери. Кокитос, полное слезного плача. И Флегетон, пылающий погребальный костами. Пересечешь 5 рек Аида, проникнешь за грань смерти. Не ожидал снова увидеть тебя живым. Подобная искра живет, так жизни дает. Хмурому старику немного радости. Я тебя понял.
Давайте смотреть. Ахер. Нифига тут локация. Тут даже этот. Торгаш есть. Хотя я могу быстро тэпнуться. Сколько у меня денег вообще? Как бы это посмотреть. Да ладно. Они жрут меня. Да ну нахер. Да ну нафиг. Подожди, если они бессмертные? Они бессмертные, ёлки-палки. А вот это будет очень сложно, ребят. Я даже теперь не уверен, смогу ли я выжить здесь. Типа, по факту, я могу... Я могу, в принципе, так и поступить. Подождите, где у меня фляга с невидимостью? Души погибших не исчезают в порывах ветрах, либо в форме костей. Злость накапливается и скорбь остается. Так, подожди, сразу. Мы смотрим пока, что я могу сделать. Так, четверочка. Троечка. Лучше так, потому что мне придется от них от всех отбиваться, а потом только идти куда-то. Так, подожди. Это хорошо, то, что я увидел. Так, наверху сундук. Да, сразу нужно эти зелья делать.
Так, а для чего это? Я понял. Да, лучше на кнопку сразу не наступать. Теперь я это понял. Сначала зелье, потом кнопка. Видите, они даже не нападают, потому что они меня еще не видели. Аид. А мы читали про Аида? Глубокая под землей, Аид бог мертвых, правит своим постоянно растущим царством. Пять рек. Агония, ненависть, скорбь, забвение и огонь. Окружает его трон и обекают на мучение смертных нарушителей. Задачи. Пересечь реку Лето, пересечь реку Кокитос, пересечь реку... И мы получим силу. Стоп, стоп, стоп. А чё здесь? Как-то не понял, как это работает. А, это, наверное, была река. Да, это, походу, была река. Одна из. Да, если так все будет, то печально. Ой. Так, подожди, где кто? Мне лучше вниз спуститься сразу. К этому челу. Котису. Да, это пиздец какой-то. Это пиздец. После того, как того Зевс, так, после того Зевс на ложе зашел к многокорням Деметрии и Профессионой, его белокотной, та подарила деву, похитил Аид, у нее
Зазрыла Зевса. А, котис. В чем подвох? Я просто подвоха жду. Делаем таким образом. Так, зелье невидимости могу еще варить. Дарует временную неуязвимость. Но это неуязвимость, это невидимость. В принципе, ладно. Хорошо, что у меня есть эффект долгого этого срабатывания. Ладно, почти половину проехал. Я понял. Если, я понимаю, если я в воду мертвых упаду, я умираю. Чувствую, да, я мог бы умереть. Окей. Подожди. Не атакуйте. Так, задание выполнено. Ух, это сложно на самом деле. Теперь по нижней части мы просто бежим туда. У нас это реально стрёмное место. Все хотят тебя убить. А, я понял. Лучше сюда сразу заходить. Так, наверх можно забраться там куда-то.
Хорошо, F5. А, да. Просто паркур. А, огонь то быстренько до меня добирается. Давай, давай, давай. Плевать на этот меч, у меня такой же есть. F9. Это сложно. Так, а не вы, я все равно ни с кем там не дерусь. Что за эликсир мне хотя бы дали? Эликсир энергии дает урон. А, ну, в принципе, он не такой уж полезный. Мне главное, чтобы у меня была пушка в руках. И все. Да, поджариться здесь опасно. Коптильня, чисто коптильня. И главное, что оно до меня очень быстро добирается. Давай, давай, быстрее, давай, давай. Да ёлки-палки. О, задание выполнено. Но я не знаю, это нужно какие-то предметы на устойчивость к огню. То есть это жопа. То что это на самом деле, ребята, жопа. Так, а я молотки, подожди, не могу делать. Huh.
Так, подожди. Как к сундуку попасть? Окей, плевать, я... Я лучше эти сохраню на потом. Так, наверх. Бежим отсюда. У меня еще, в принципе, есть время, может быть, я успею. А за это время погнали к этой. Встаньте из могил и отомстите за нас. Порошок из костей. Размолотые кости людей, фрагменты крыла змей и пыль. Складбище подходит для запрещенного некроматического заклинания, способного поднять павших воинов. Порошок ястреба, рецепт. Очищая перья, избавиться так, скорлупу и жены. Просто могут вызвать двух призрачных птиц. Выслеживающие. Халявные рецепты. По этим у меня 750... Ну, типа на одну, на два, одно улучшение. Бык, птица, осьминог. Бык, птица, осьминог. Хотя, ребят, давайте, наверное, на этом закончу. В следующей серии продолжим эту реку и как раз к боссу пойдем. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и всем пока.